В роддоме, дикие полтовщины. Добрый день. Добрый. Я блогер Александр Демидович. Скажите, у вас, говорят, сбои в работе есть. Мне люди звонят, что не могут воспользоваться вашей услугой. Это правда? Да, правда. Иногда бывает периодическое выключение света. Свет периодически выключает. И как давно это началось? Ну, дня 2-3 назад. Дня 2-3. Но сейчас я вижу, работает, ну, да? В данный момент свет есть, мы работаем. А угрозы того, что дальше будет это происходить, никто ничего не говорит? Никто ничего, то есть не могу вам ничего сказать. Ясно. Спасибо большое.